Добрый вечер, друзья. Сегодня мы отправимся в легендарное место Уолкинг-стрит. Самая развратная улица в мире – это Уолкинг-стрит. Сердце порока, улица Волкова, как только ее не называют. Культовое место, которое обязан просто посетить каждый, кто приезжает отдыхать в Паттайю. С 19:00 загораются огни и на охоту выходят местные жрицы любви, причем как и леди, так и леди Бови. Распахивают свои двери перед посетителями все возможные злачные заведения, стриптиз-бары, гоу-гоу-дискотеки и так далее. А уличные зазывалы завлекают смотреть различные закрытые шоу-программы. Хотя бы раз надо обязательно побывать здесь, чтобы проникнуться атмосферой ночной Паттайи. Увидеть своими глазами этот ночной движ. Поэтому устраивайтесь поудобнее, обязательно поддержите это видео лайком и комментарием. И давайте вернемся немного назад, посмотрим, как мы добирались на Уолкинг-стрит с Кози-Бич. В общем, мы не могли вызвать такси, не знаем, как здесь говорят какое-то приложение. И вот здесь такси-байк. Вот такая молодая девушка, она сейчас нам повезет на Уолкинг-стрит. Блин, вообще... Мы вообще хотели на такси поехать. Поехали на байке. Вот мы сели за 80 бат. Поездка, да, обходит на 82. В общем, едем на байке. Отличие. Да, в общем, с ветерком едем. Как раз я на солнышке перегрелся. Это самое то. Вот молодец, маленькая девочка, хрупкая, работает. Байк, такси. Да, здесь еще такие крутые спуски. Да. Вот такой вот. Я не знаю, вообще правилами такое предусмотрено, что два пассажира ехать. Ну, это Паттайя. Здесь, как говорится, вот. Как его? Да, вот. Паттайя. Я вообще в шоке. Блин. Вот здесь мы проезжаем, наверное, какой-то индийский квартал. Вот. Одни индийские эти рестораны, вот музыка, индийские магазины. Кстати, можно было, да, еще и карри такой покушать. Да. Вот чисто улица индусов. Одни вот магазины, этот. Вот вы представляете, вот как вот между машинами лавировать. Вот это вот тук-туки тоже это вот. Одно из средств. Подрезал вот этот. Он хотел, да? Да. В общем, несколько средств передвижений. Это вот можно, получается, самое безопасное, это вот машину вызывать по приложению Bolt. А там с нашего Яндекса я что-то не успел скачать. Думал, такси можно будет так. Вот, либо тук-тук, это вот так он выглядит. Вот, например, стоит. Либо байк-такси. Что-то в нашем районе тук-туков нету, и мы поехали на байке. Такой молоденькой девушкой, но она молодец, аккуратно едет. Да. Еще преимущественно байк такси, что она где пробки, она может между машинами проехать. Просто здесь вот на этой улице движняк. Да. Вот. Оп. Все, мы уже приехали, да? Very, very good, very good. What's your name? Fine. Молодец, молодец. Yes. Все, мы приехали. Получается, вот здесь начинается Уолкинг-стрит. Смотрите, какой движняк. Все, ребята, мы включаемся на Уолкинг-стрит. Приехали вот с очаровательной девушкой. Она оказывает услуги байк-такси. И вот самое начало Уолкинг-стрит. Здесь вот тоже фруктовые лавочки. Пожалуйста, любые фрукты на любой вкус. Действительно много индусов. Там вот мы проезжали, целая улица, где индусы. Уже где-то вдалеке слышна музыка. Сейчас посмотрим, как сможем мы там включаться по правилам Ютуба. Но если что, где-то буду свою музыку накладывать. Здесь тоже вот шпажки, 20 бат.
аренда байков, в общем, вся инфраструктура Паттайи. Вот это тоже я что-то видел, это блинчики какие-то. Мороженое уличное, да. В Таиланде, как я понял, никто не готовит, потому что даже вот супермаркеты их такое, как вот у нас мы привыкли, там рожки, овощи, мясо, ничего не продается. Там только такие вот перекусы, там напитки. Означает то, что тайцы не готовят дома. Они все кушают вот такие вот макашницы, передвижные продуктовые лавки. Так, ну где-то, видимо, здесь уже будет начало, Walking Street. Вот Marina Seafood, тоже заведение какое-то. Клуб Жанат. У нас время сколько? Время 8 час. По информации с интернета... А, нет, время 8:30. По информации с интернета улица Walking Street начинает свою работу после 4-5 вечера и где-то приблизительно до 2 ночи. Ну, пожалуйста, отличные блинчики вот это вот. Или она нас привезла, я как понял, сбоку, да, вот этой улицы. Много туристов, Индия, Китай. Возле дверей заведения с тайками стоят девушки, они закрывают лицо, охранники светят вот тоже тебе фонариком, типа нельзя снимать. Также на улице очень много различных аттракционов. Вот, например, один из них. Девушка сидит сверху бочки, и желающему даются такие мячики, он должен кидать и попасть в определенный кружок. Если удачно попадаешь, тогда она падает в бочку с водой. Первая попытка, вторая попытка, и вот третья попытка, девушка падает в бочку с водой. Все довольны, смеются, громко хохочут, и ей, походу, тоже это доставляет удовольствие. Здесь вот тоже что-то он мутит шарик-марик, и стоят возле клубов, и, например, допустим, вот такой клуб. Если желающий захочет забрать девушку, кроме того, что он заплатит ей, он должен еще заплатить отступные бару, в котором она работает. Типичный гоу-гоу-бар, громко играет музыка, поэтому просто полюбуйтесь атмосферой. Конечно же, на Бангла-роуд есть свой 7-Eleven. Кстати, шоу предлагается целый список, пьёнка там запрещена. Еще эти девушки, которые завлекают ночные заведения, у них целое шоу, они отворачивают, прячут лица, охранники прям засвечивают тебя.
даже приводят туристов толпами, это вот китайские туристы, вот бабушек всех туда ведут для того, чтобы показать Волкинг-стрит. По желанию можете набить тату. Ну а вы, ребята, пишите в комментариях, как вам Волкинг-стрит? Были ли вы здесь? Отправляйте это видео своим друзьям, которые хотят попасть сюда. Всем пока, а впереди у нас классная экскурсия. Поплывем на огромном катамаране, на островах, искупаемся, там будет пенная вечеринка, будет обед, будет все интересное.